Сегодня вечером, 27 июля, социальная сеть ВКонтакте оказалась недоступна. Сайт недоступен вследствие аварии в одном из дата-центров ВКонтакте в Санкт-Петербурге, вызванной беспрецедентной жарой, сообщил в своем микроблоге в Твиттер пресс-секретарь социальной сети Георгий Лабушкин. Павел Дуров прокомментировал падение из соцсети ВКонтакте основатель первой. Генеральный директор российской социальной сети ВКонтакте Павел Дуров в своем Твиттере прокомментировал ее падение из-за сбоя в одном из петербургских дата-центров, вызванных высокой температурой воздуха на улице. В своем сообщении уволенный владельцами контрольного пакета акций соцсети Дуров написал: «Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным в жаркий летний вечер». По сообщениям пресс-секретаря соцсети Георгия Лабушкина, в данный момент соцсеть недоступна. Ее работоспособность обещают восстановить в ближайшее время.